Студия современного танца «Пируэт», руководитель Екатерина Киргизова, город Оренбург. Давайте подарим еще раз аплодисменты артистам. Этот год объявлен в России годом культурного наследия народов России. Именно поэтому многие творческие номера наших участников посвящены теме народного творчества. Мы познаем культуру другого народа и становимся ближе друг к другу. И прямо сейчас, под ваши аплодисменты, мы приглашаем на сцену исполнительницу русских народных песен Варвару Казанцеву, город Бугуруслан. Давайте поддержим аплодисментами. Такой у нас сегодня накал страстей, что даже аппаратура немного дает сбой, но все технические неполадки устранены. И давайте еще раз поддержим Вару Казанцеву дружными аплодисментами.